По статистике, у 10-15% больных на начальной стадии туберкулез никак не проявляется. У 1/3 от общего количества заболевших отмечаются только симптомы функционального характера – быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, снижение трудоспособности и слабость. Такие больные длительно считают себя здоровыми и представляют опасность для окружающих. А потому своевременное выявление туберкулеза и правильное лечение – надежный путь к здоровому обществу. К слову, эффективнее всего выявить инфекционное заболевание может бактериологическая диагностика. Наша лаборатория является ведущей лабораторией в области, которая проводит эти исследования на туберкулез. Главной задачей нашей лаборатории – помочь нашим врачам-клиницистам в течение 5 суток установить правильный диагноз туберкулеза. Желательно подтвердить данный вид инфекции лабораторным способом. Для этого применяются у нас как простые, так и очень сложные, вплоть до ПЦР-реакции, диагностика лабораторных исследований на туберкулез. Бактериологическая диагностика использует как классические, так и новые методы, позволяющие определять модель лекарственной устойчивости и назначать лечение. В Брестском областном противотуберкулезном диспансере такие исследования проводят порядка 30 специалистов. Они ежедневно трудятся для того, чтобы своевременно определить диагноз и скорее приступить к ликвидации инфекционного заболевания. Если оценивать заболеваемость туберкулезом в Брестской области, за последние 5 лет мы имеем прекрасную положительную динамику. Более чем на 50% снизилась заболеваемость впервые выявленным туберкулезом. И по итогу прошлого года она достигла 14,3 на 100 тысяч населения. За прошлый год у нас заболело 196 жителей нашей области. Смертность также имеет положительную динамику. За последние 5 лет причиной смерти туберкулез стала у 16 человек. Уровень смертности 1,3 на 100 тысяч населения. Мы имеем достаточно высокий уровень эффективности лечения. Привлечь внимание к проблеме помогает и проведение профилактических мероприятий. Так, на одной из самых оживленных городских улиц сегодня появился передвижной пульмоскан, где любой желающий, имеющий с собой паспорт, мог пройти флюорографическое обследование, а волонтеры Красного Креста, в свою очередь, проводили информационные беседы с населением.